Очередной суд над главредом издания «Страна ЮА» Игорем Гужевой. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы слушали дело двухлетней давности о неуплате Гужевой налогов. Прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения. В итоге суд постановил, что подозреваемый еще 2 месяца не сможет выезжать из Киева. Сам же Гужева заявляет, что дело сфабриковали, и кроме этого, по его словам, судебное разбирательство умышленно затягивают. Я недоволен. К сожалению, это решение было ожидаемым, потому что, как я сказал, на суд оказывается очень мощное давление, и, видимо, судья не может полностью отбросить там все требования прокуратуры, как нет ущерба, факта ущерба государству, это непонятно. То есть это есть просто стремление властей усложнить мне жизнь, выписать большой штраф и так далее.